Привет, друзья и ученики! Сегодня короткое видео-поздравление. Хочу поздравить, на мой взгляд, лучшего прободибилдера России Виталия Фатеева. Поздравить Виталия с его успехами в про-дивизионе. Конечно, сейчас в Америке больше всего говорят о Фатееве и о Федорове. Два этих спортсмена, на мой взгляд, лучшие, кто показывает, кто действительно борется в Америке, вообще в про-дивизионе. Виталий, желаю тебе здоровья в первую очередь сохранять и, конечно же, в ближайшее время покорить вершину Олимпии, выступить настолько достойно, насколько только возможно. Чтобы ты был таким же достойным спортсменом, каким человеком ты являешься. Обратите внимание, ребята, что Виталий не настолько медийный человек, это очень скромный человек, но пахарь. Он реально пашет на тренировках, не болтает, нигде не светится. Человек занимается своим делом, знает, что делает. Я думаю, что все вы также поддержите Виталия. Подписывайтесь на его Instagram, ставьте лайки. Пусть человек получает известность еще больше. Пусть как можно больше спонсоров привлекается к его спортивной карьере. Ведь все мы знаем, что в про-дивизионе очень важно спонсорство. Очень важно то, сколько денег вы можете потратить на себя. Не будем строить иллюзий. Бодибилдинг – это очень затратный спорт. Если мы говорим, конечно, как о спорте, как о профессиональном спорте. На мой взгляд, Виталий показывает шикарную форму. Почему? Потому что он пашет. Итак, еще раз, я и все мои подписчики поздравляем тебя, Виталий. Как можно больше побед в про-дивизионе. И, конечно же, титул «Мистер Олимпия». Надеюсь, ты будешь первым, кто вообще попадет в топ на Олимпии из наших спортсменов. Удачи тебе, здоровья. Увидимся, ребята, все в тренажерном зале.